добрый день. Меня зовут Лосинок Евгений. Специально для вас сейчас нахожусь в Турции, регион Кушадасы. Отель, который мы сейчас будем с вами инспектировать, Максима, поэтому будет двойное название. Максима старое название, его выкупили, и в этом году он уже будет под новым названием. Я вот сейчас вам покажу. Пойдемте со мной. Такой охранник у них здесь есть, смотрите, ходил с нами, все снимал. Пока! Лобби. Красивая мебель. Ага, сидеть нельзя, это декоративная. Круто. Номер 121 стандарт. В 98 году. Так, стандарт. У нас покрытие, у нас ламинат, одна большая кровать, два кресла, телевизор маленький плазменный, кондиционер у нас здесь центральный. Вот он, соответственно. Отель называется Клуб Максима. Еще он не запустился, не вижу здесь туристов. Бассейн, территория. Отель маленький, компактный. Вот его вся территория. Балкон средних размеров. Ванная комната, компактная вот довольно-таки она. Здесь у нас душ, душ обычный, тропического здесь нету. Такой дверкой он закрывается полностью. И вот душ. Холодильник, пожалуйста, вот. Сейф. И все. Идем дальше. Сейчас будем смотреть сьют. Покрытие в коридоре ковровое, ковролин. Будет тихо. Номер 135 сьют. А вот он пляж. Песок вижу отсюда. Пляж большой. Рядом еще соседний отель строится, пока его не достроили. Сейчас отель называется Максима, но его выкупили, и у него будет другое название, Ладония. Какая-то Ладония. Поэтому в поиске именно так его будем забивать и искать. Так, 135 номер, сьют. Покрытие у нас ламинат. Первый маленький санузел здесь. Опа, здесь раковина. И туалет. И все, больше ничего нет. Конечно, надо еще. Первая комната, здесь покрытие, тоже ламинат, плазменный телевизор, большой диван, два кресла, сразу выход есть на балкон с этого номера, вид у нас открывается, прямой вид на море, на пляж, на бассейн, на территорию отеля, балкон идет вокруг номера, здесь большой стол еще стоит. И там еще одна комната. И здесь вид на горы, на холмы, на бассейн. Это вторая комната, закрывается дверью. Здесь у нас уже ковролин, тоже есть телевизор плазменный, кондиционер центральный. Также я вижу, здесь есть connection room,
Есть дверь, которая соединяет соседний номер. Выход на балкон есть, большой шкаф. Балкон мы с вами смотрели, здесь стоит стол и прямой вид на море. Посмотрим с вами ванную комнату. Так, здесь у нас две раковины. Вот они. Фен. Телефончик. И душ. Обычный душ, тропического душа нету. И фен такой еще старый, который не сушит. Если вы хотите поехать в этот отель, вы можете обратиться в нашу компанию, мы с удовольствием вам организуем поездку. Также можем организовать поездки в любые страны мира. У нас есть удобная система онлайн-поиска и бронирования payviking.by. Пожалуйста, пользуйтесь ей. Нас легко можно найти в интернете. Наш сайт viking.by. Заходите в раздел «Контакты», связывайтесь с нами, будем рады вам быть полезным. И вот мы вышли с вами на территорию отеля. Территория компактная, как я вам уже говорил. В принципе, мы ее с вами сверху видели. Есть пальмы, бассейн. Это у нас ресторан. Пока что он закрыт, показать вам нечего. Детская площадка. Там нету никакого тента и нету тени. Горка и мини-клуб рядышком находится. Пляж отеля песчаный. Вход здесь песок, но есть мелкая галька на входе. Вот эта галька, которую я говорил. Она небольшая, она не помешает для входа. Если вы думаете, что это вышка для прыжков, нет, это отель недостроенный. И вот он, наш сам отель. Друзья, если вам понравился материал, подписывайтесь, снизу есть кнопка, рекомендуйте наш канал вашим знакомым, друзьям, я буду вам за это очень признателен, для меня это очень важно. Хотите оставить комментарии, пишите, обязательно вам на них отвечу. Спасибо за просмотр, спасибо, что вы со мной. Там сказали, есть еще стандартные номера, бунгало, трехэтажные, если не ошибаюсь, или двухэтажные. Вот здесь вот они, тут трехэтажные получается. Бунгало. И вот он, основной корпус у нас сразу же рядом. Сейчас мы покажем его. Если вы хотите поехать на отдых, на нашем сайте вы можете воспользоваться удобной системой онлайн-поиска, бронирования и оплаты туров. Также вы можете воспользоваться услугами наших специалистов, которые помогут организовать отдых, который вы хотите. Я буду вам очень благодарен, если вы будете рассказывать о том, что вы хотели бы видеть на нашем канале, какую еще дополнительную информацию, как улучшить обзоры, что вам требуется. Если вы будете писать ваши комментарии, отзывы, я буду вам за это очень признателен. Спасибо.